Ну. Хорошо, смотрите, есть такая тема, как из стеклянной бутылки сделать бурку. Вопрос такой сложный и старый, причем занимается только реально пацаны, которые, ну, прям, блядь, ну уже такие старые. Берете один цент, закидывают сюда, вот он там, закрываете, короче, бутылку. Бля, ну здесь, конечно, много этих самых этикеток, этикеток надо сорвать. И, короче, надо сделать так, надо сделать, короче, вниз ее и вбок. Должна выпить. Ну да, не всегда получается. Ну подожди, я засматриваю. Похуй, если не получится, ну ладно. Я просто всегда смотрю. Я смотрел, видишь, как он тяжело? Ладно, закинь, да, второй. Давай, попытка номер 3. Номер 18. Ну ничего, подожди, подожди. Блядь, не верю. Но. Может, что-то потяжелее надо? Нет. Или именно мелкие монеты? Именно мелкие монеты, которые подлезают. Блядь, ну как так вообще? А, он начинает разбивать. Вот, видишь, вот уже начал разбить сейчас. Еще раз попадем в это место, будет нормально. Вот, все, готово. Да, было тяжело, но вот дырочка здесь есть. Ее нам достаточно будет, чтобы через нее покурить. Копейки мы, короче, выкидываем. Они нам уже не нужны. Все, Паш, разбил. Ну. Ну, дырка, конечно, оказалась очень большая. Покажи, поближе. Ну, в этом ничего страшного нету, она такая вся целая, короче. Били-били, разбили. Сейчас можно нажать на паузу, сейчас мы уже покажем, как будет.